все перемены чистоты и гигиены. Если ваши части тела выступают не по делу, если вируса, бактерии, не хотите представления, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В среду в Самарской области будет также пасмурно и дождливо, но чуть прохладнее. Температура днем от 0 до плюс 4 градусов, ночью 1-2 выше 0. Ветер восточный, северо-восточный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани тучи, осадки в виде дождя, днем плюс 2 в темное время суток, 2 выше 0, северо-восточный ветер, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти пасмурное небо, продолжительный дождь, днем плюс 2, ночью также плюс 2 градуса, восточный ветер 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно и дождь, в дневное время плюс 1, ночью также плюс 1 градус, ветер северо-восточный 3 метра в секунду, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 95%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.